Тетки поешь, набережные Челны. Все, хватит. Поеду я никуда. Поедь. Пап, мне кофе надо. Пап, я правда не могу, мне кофе надо, говорю, пап. Только правда, мне выпросил, мне кофе надо. Актер, продюсер, телеведущий. Звезда большой разницы. Правильно, это Сергей Бурунов. Я Никита Денисов, поехали узнавать о нем много нового. В молодости Бурунов с удовольствием играл в КВН. Выступал в разных конкурсах, которые устраивались между вузами. Это увлечение оказалось настолько сильным, что парень отдавал сцене почти все свободное время. Таким образом, к концу второго курса успеваемость юмориста свелась к нулю, и Сергея отчислили из Качинского военного авиационного училища. Во время учебы в Щукинском театральном училище у Бурунова появился талант к пародированию. После того Сергей продемонстрировал собственный талант пародии. Его зачислили в труппу театра сатиры. Там актер служил 4 года.